Сегодня ночью на улице Ипподромской разбился спорткар «Маруся». В мире таких машин сейчас всего 9. Автомобиль потерял оба задних колеса. 20-летний водитель уверяет, что правил дорожного движения не нарушал, подвели низкопрофильные шины. Двигался примерно со скоростью 70, может быть, 80 км в час. У меня разорвало от взрыва заднюю правую покрышку. И автомобиль моментально развернул, и я потерял управление. Автомобиль низкий, бордюр высокий, вследствие чего два задних колеса просто они отделились от кузова автомобиля. По словам владельцев автоцентра, которым принадлежит автомобиль, это прототип, попавший в Новосибирск несколько лет назад. Автолюбители самостоятельно дорабатывали машину до уровня серийной модели. Несколько лет назад такой спорткар стоил от 4,5 миллионов рублей.